Губернатор Приморья вручил 12 комплектов ключей от арендных квартир в Уссурийске. Ключи вручаются учителю музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 30 Антиповой Татьяне Анатольевне. Всего в Уссурийске построено 114 таких квартир. Они предназначены для работников бюджетной сферы, сотрудников правоохранительных органов, муниципальных предприятий. Олег Кожемяк побывал в одной из квартир и пообщался за чашкой чая с семьей Новоселов, переехавшей в Приморье с Сахалина. Я всегда всем говорю, что это замечательная программа, что я была ее участником. И это очень хорошее подспорье для молодых специалистов, молодых семей, работников бюджетной сферы. Губернатор подчеркнул, что программа арендного жилья будет продолжена по всему краю. Только в этом году ее участники получат 800 квартир, и в последующие годы такой объем сохранится. Стоимость аренды в таких домах, ну, в пределах там 15-17 тысяч рублей, что само по себе всегда выгодно человеку, который снимает ее, и вступив в ипотеку, ему не нужно делать ремонт, потому что здесь уже они обеспечены всем необходимым газовой плитой и всеми сантехническими приборами и выполненным необходимым ремонтом для того, чтобы заезжать и прямо с первого дня уже начинать жить. Анна Дьякова, новости на 8.